Алтайские аграрии опасаются, что качество зерновых культур в этом году снизится в разы. Причин тому несколько, пишут корреспонденты Политсибру, ссылаясь на мнение сельхозпроизводителей. Во-первых, нищета аграриев. За прошедшие 2 года крестьяне в финансовом плане очень ослабли и в этот сезон вошли неподготовленными. Семена не брали, удобрения использовали мало. Вторая причина – погода. Затяжная весна и переувлажненная почва сократили период вегетации растений. В итоге в яровой пшенице клейковина будет хуже, заключили эксперты. Река Пивоварка в краевой столице изменила свой цвет на молочный, информирует «Комсомольская правда» Барнаул. Зрелище прямо ужасающее. Белая река и всплывающие едва живые рыбы. Версий, от чего побелела река, несколько. Дезинфекция, некие сбросы и даже пена от пива и клей. Журналисты отмечают, что такие метаморфозы происходят с пивоваркой регулярно. Ситуация повторяется примерно раз в 2 месяца. Добавим, ранее специалисты находили в Белой реке некие примеси. Рубцовску выделили дополнительные 25 миллионов рублей на ремонт дорог. Средства краевого бюджета направят на капитальный ремонт полотна 2 улиц – Полевой и Рихарда Зорги, сообщает Рубцовск-Инфо. В ближайшее время данные участки выставят на торги. Отметим, это уже 2-я субсидия, которую в этом году дополнительно выделяет край Рубцовску на ремонт дорог. Елена Макаренко, «Наши новости».